Бойцы студенческого стройотряда «Пятница» из Питерского государственного архитектурно-строительного университета почти два месяца провели на реконструкции трассы М1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе. Этот отряд имеет яркую историю и хорошие традиции. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что свой трудовой семестр студенты-строители отработали дружно, качественно и выразил ребятам благодарность. В общей сложности студотряд отработал 55 смен, занимаясь укладкой асфальта, бетонированием, подготовкой дренажных систем.